Веселится звонок. Я бегу со всех ног. Школа двери открывает, начинается урок. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Я за партой сижу. Я на доску гляжу. Я узнаю все на свете, а потом всем расскажу. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Здравствуйте! О, как мы вместе грянули! В унисон! В какой сон, Тимур Мажорыч? Унисон, Зубок. Это тема нашего урока. По-итальянски «уно» означает «один», а «сонус» — «звук». Ох уж эти итальянцы любят всякие красивости. И не говори, Коксик. Ну, что получается? С чем получается, Тимур Мажорыч? Ну, если соединить «уно» и «сонус». Ну, один и звук... Один звук? А? Правильно, Коксик. Унисон дословно один звук. Это значит, что все делают одно и то же. Играют ли, поют ли, все по одинаковым нотам. Интересно, Тимур Мажорыч, а зачем это надо-то? Это странно, когда все делают одно и то же. Вот именно. Ну, никакого разнообразия. Ну, друзья, помните, как интересно звучит большой оркестр? Вы еще удивлялись, зачем так много людей? Ну, помню. Да, помню. А теперь послушайте вот это. Ничего себе, как звучит, а? А что это такое, а, Тимур Мажорыч? Это тема из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. А мы так можем петь, Тимур Мажорыч? А сейчас попробуем, Веснушка. Ну-ка, все дружно подпеваем на «а-а-а-а-а». И обязательно вместе, в унисон. Тоже понравилось петь дружно, в унисон. А теперь давайте попробуем спеть то же самое без аккомпанемента. О, давайте. Ой, ну давайте попробуем. И... Коксик, в унисон. Получилось! Молодцы! Такое пение называется еще одним красивым итальянским словом – акапелла. Акапелла? А что такое акапелла? Да, что? Акапелла – это пение без аккомпанемента, когда звучат только голоса. Ого! Без оркестра, без рояля, даже без гитары. Ой, сложно это в ноты попадать. Когда никто не подыгрывает. Звук, ты ненаучно выражаешься. Это называется не подыгрывать, а аккомпанировать. Спасибо, Коксик, что напомнил. Ну, давайте попробуем спеть еще что-нибудь без аккомпанемента. Согласны? Попробуем. Да. А что петь-то будем, Тимур Мажорыч? А давайте поздравим Веснушку. А с чем это вы хотите меня поздравить, Тимур Мажорыч? Нет, ну я, конечно, всегда за, чтобы меня с чем-нибудь поздравили. Ну как же, Веснушка, с приходом весны. Вот именно, у тебя ведь имя такое, весеннее, Веснушка. Ну да, и мы тебе давно по такому случаю сюрприз подготовили. Да, да, долго тренировались. Только мы же, Тимур Мажорыч, тренировались-то с гитарой.
А теперь хотите акапелла? Угу. Ничего, гитара будет. Просто начнем без нее. Веснушка, готова? Ой, готова! Готова! Так, сперва акапелла. Коксик, зубок, все помните? Да, помним. Да, помним, Тимур Мажорович. Ну, тогда поехали! Жавороночек, жавороночек, на проталинке, на заваленке, зиму провожает, лето дожидает. Жавороночек, жавороночек, прилети ты к нам, прилети ты нам. Весну красну, красносолнышко, красносолнышко, теплая летушка. Спасибо вам! Ой, как здорово! Как приятно, что вы мне такую песню подготовили! А у нас правда хорошо получилось? Правда, правда! Ой, даже акапелла удалась! Молодцы, друзья! Тогда мы можем прощаться! До новых встреч, юные музыканты!